Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Вячеслава Иванова и Влада Нежного. Композицию я назвал «Диалог в Госдуме России». Музыка исполнения Самуила Пурмовича из цикла «Ожившая поэзия». Послушай, если сам не шаришь, какие люди нам нужны. Умри до пенсии, товарищ, спаси бюджет своей страны. Паши как вол, пока не сдохнешь, плати налоги и кредит. Терпи, молчи, что ты стонешь, стонать Россия не велит. Согнись под грузом неотложенный и для державы важных дел. Тебе издохнуть, что ли, сложно, чтоб стать обузой не успел. Умри, товарищ, не скучая, на стройке или в бразде. Запомни, отдых развращает, а смерть достойная в труде. Умри, товарищ, не скучая, на стройке или в бразде. Запомни, отдых развращает, а смерть достойная в труде. Ваш стиль наполнен экстремизмом. Товарищ, быть неправы, ведь наша дума с гуманизмом заботится о будущем страны. Вам что не нравятся законы, нам с вами друг не по пути. Вы все перевернуть готовы, хорошим черное найти. Народ и партии едины, плечо к плечу на смертный бой. Ну ладно, Запада кретины, а вы же наш поэт родной. И вот такая писанина, товарищ, сдохни в бразде. Вы государственность мина, и ваше место в ртуте. Да прав, товарищ Жириновский, что вам в Крыму и указал. Вы что, не сильный Маяковский, хотите, чтоб вас мир узнал? Узнает, только дайте время, узнает, только дайте час. Из искры разгорится семя, и все тепло будет класс. И сразу будет постепенно, пройдут, наверное, века, и пенсия будет по колено. Так что работайте пока. А вы, простой труд России, поверьте, все совсем не так. Россия в мире всем мессия, она всем свет дозвонит мрак. А вы, стоны тут России, поверьте, все совсем не так. Россия в мире всем мессия, она всем свет дозвонит враг. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Пурмович. Музыкальная композиция «Экспромт. Диалог в Госдуме России».